Давид, на ваш взгляд, тем не менее, к чему нужно стремиться? И вот понимаете ли вы, вот приедет Волкер в очередной раз, там, да, в восьмой раз, и что дальше? И зачем он к нам едет? Надо усиливаться как государство, чтобы состояться как сильное государство, чтобы быть в состоянии защищать свою территорию. То есть я не понимаю, как вообще, почему, как сформулирован вопрос, то есть мир оговариваться, любовь. То есть нам сдаваться сегодня и ждать а потом... А почему сдаваться? Не, ну а как... На тебя компромисс наступает... это что, на... Давид? Когда нет. Обе стороны чем-то смотрите, недовольны, разве я отвечаю, не так? Отвечаю. Мы о чем говорим сейчас? Об увеличении влияния Украины в переговорном процессе. Как это происходит, это все? Да? Это происходит, когда страна усиливается, когда военная и экономическая ситуация в стране увеличивается, когда страна в состоянии вытянуться из того кризиса, в котором мы сейчас находимся. Давайте не будем сакрализировать как-то Волкера, потому что ну, Волкер имеет свою конкретную цель. У Запада на сегодняшний день, у той же самой Германии, у Меркель сегодня есть одна большая проблема – нормализовать свои отношения с Россией, снять санкции с Россией. И в этом плане, конечно, ну, наши внутренние какие-то моменты их абсолютно не волнуют. Они волнуют нас, потому что мы остаемся, они будут возвращаться в свои страны и продолжать торговлю, там газ будут получать от России, еще другой продукт и все остальное. Поэтому я просто не понимаю, как сегодня нам можно остановиться. Да? То есть военная агрессия, она есть, она никуда не денется. Пока Путин в таком состоянии, и у него сегодня сильные переговорные позиции, и он нападает, мы не можем просто расслабиться. Да? То тогда линия размежевания будет в Херсоне скоро, не дай бог, там в Запорожье скоро будет, да? Или там в Днепре и так далее. Поэтому ну, нам надо, это нелегкий процесс. Я на самом деле, несмотря на то, что я большой критик Порошенко, не завидую ему в этом процессе, потому что перед выборами сейчас сдавать какие-то наши украинские позиции под тиском Запада, для него это харакири, понятно? И я сомневаюсь, что он на это пойдет. Он, скорее всего, будет рассказывать, что вот вы идите, да поговорите с разными председателями, представителями фракций, потому что я там не могу полностью контролировать мой парламент, у меня выборы впереди, я могу просто их проиграть. Да? Поэтому, ну, надо усиливаться, понятно, чтобы Украина была, имела больше акций в переговорном процессе, нас больше боялись и считались, в том числе и наши враги, которые напрямую в нас стреляют, и потом как-то больше считался и Запад, потому что... как-то не считаются особо за последние 4 года. Знаете, потому что у нас куча внутренних проблем, потому что мы сами не можем определиться на сегодняшний день, как мы идем дальше. Да? То есть у нас нет реально сильной консолидации, единой власти, единой позиции вот в этом плане. У нас нет сильной экономики, и у нас нет ничего. Поэтому мы, к сожалению, зависим от этих людей. Да? Так, друзья, смотрите, вот Давид очень важную тему на самом деле поднял. Выборы-то скоро, и все политические силы, все кандидаты в президенты, конечно, в том числе будут каким-то образом спекулировать на теме решения конфликта на Донбассе. Собирается ли Россия там полномасштабно вторгаться? Другой вопрос, не превратится ли навсегда Донбасс в условно второе Приднестровье, то, чего мы больше всего боимся. А если зайдут на линию размежевания, то превратится? Нет, у меня просто один вопрос. Как вы думаете, государство Израиль сможет сегодня противостоять любой агрессии любого супергосударства, военной агрессии? Сможет или нет? Наверное, сможет, скорее всего, да. Но Израиль же до этого дошел, да, Израиль понимает, что не защищая свою территорию, ее кто-то заберет. То, что плохо лежит, когда-нибудь кто-то придет и его заберет, да, плохо лежал Крым, его забрали. Уже забрали, да, что делать тогда, подождите, ну, тогда ни одно государство тогда, ни европейское, ни соседнее, ни на Кавказе, нигде должно, все должны как-то свыкнуть с той идеей, что Россия имеет большую армию, все надо расслабиться, чтобы она вас и нас изнасиловала всех. Да? Ну, эта логика никуда не катит. Украина в состоянии при правильном росте экономики и военной реформе сдержать военную агрессию России. Поверьте мне, в такой ситуации Запад не может остаться просто равнодушным, потому что они все прекрасно понимают, что полномасштабная война. Я просто не хочу пугать людей, потому что эфир так сейчас напрягся, что вот вы хотите воевать с Россией, а мы не хотим. Ну, никто не хочет воевать. И никто не получает никакого удовольствия от того, что наши пацаны и ребята гибнут на сегодняшний день. Да, наши военные гибнут. Но показали, это цена, к сожалению, за свободу. Это цена за территорию, в которую нам дал Бог или исторические какие-то обстоятельства. Ее надо как-то защищать. Да? По-другому не получается. Поэтому я просто жил в стране, где также 20% территории у нас забрали тогда в 92-м году уже. И ну, мы ждали и ждем до сих пор там тоже, и здесь ждем момента, пока мы вместе Абхазию и Крым можем
вернуть обратно, 3008, да? Но вы, вроде. Да, вы верите, что когда-нибудь вот так мирно нас куда-то кто-то там туда запустит? Это невозможно, да? То есть надо быть готовым, в том числе и военным путем, защитить свою территорию и вернуть ее, присоединиться обратно, то есть восстановить свою юрисдикцию, да? Тут, вот, это аналогично, если мы сейчас вот представим, что вот, ну, хорошо, там, вот, часть, например, Печерского района, там кто-то огородит ее, мы не можем туда заходить, потому что, ну, потому что это так. Да, это же не так. Но будем ждать момента, когда, ну, наступит такой момент. Поэтому не надо пугать людей, давайте не будем ставить вопрос в бомб, что вот мы хотим войны, мы ненормальные, сумасшедшие, мы хотим, чтобы наши ребята гибли. Никто не хочет войны. И Запад не хочет, и мы тем более не хотим. Но, ну, приходится защищать свою страну, и военная профессия, она, к сожалению, такова, что есть высокий риск, что не вернешься живым от фронта, из фронта. Но ты своим решением фактически пишешь новую историю. И новая история Украины появилась за последние 4 года. Извините, вот я закончу. Вот мы сейчас воюем с кем? ВВП на душу населения Украины $2000, да? Да. Два с чем-то, может быть, чуть-чуть. Российская экономика – это 8400. $8400 на душу населения, да? Нам хотя бы надо, есть возможность в Украине уравняться. До 8000 мы можем очень легко дойти за следующие 5 лет при правильных реформах. И, соответственно, мы будем в состоянии, в том числе, и внедрять современные Но военные технологии. Но пока у нас бюджет не выполняется. Почему из Израиля? Почему Израиля третье поколение, четвертое поколение вооружения? Вот почему? Потому что экономика хорошая. Торговля с Россией расслабляет бизнес. Торговля с Россией не означает, что растут технологии. Ну, потому что туда там все продается. Вот я могу привести очень простой пример. Когда на Грузию наложили санкции на экспорт вина грузинского в Российскую Федерацию, все думали, что все, эта индустрия фактически, отрасль пропадет в Грузии. Да? Но несмотря на это, люди начали больше внимания обращать на качество своей продукции и начали искать альтернативные рынки. И нашли эти рынки сегодня. И сегодня, даже если завтра закроется российский рынок, производители вина... Грузия гораздо меньше. Не, ну какая разница, я привожу пример. И экономика, например, совсем, да? Другая. Назовите мне хотя бы один технологический продукт с дополнительной стоимостью, который благодаря торговле России Украина создала за это время. Назовите, не знаю, хотя бы один продукт. Не знаю. Значит, его нет, если вы не знаете. Юрий... Если бы нас было тогда больше, если бы политический спектр был шире тогда, оппозиционный, имею в виду, то сейчас был бы абсолютно другой формат, и за волосы никого бы не выкидывали. Потому что я, к сожалению, не слышал ни за один случай, когда, например, людей, которые свободно, политиков, которые сидят или владеют телеканалами сегодня, которые формируют политику, к сожалению, в Украине, или собираются там, их фамилия все прекрасно знают, Бойки какие-то, Медведчуки, Трухановы и так далее, их никто не вышвыряет из страны за волосы, их никто не дергает. Наоборот, они считаются в политике такими признанными и уважаемыми людьми, какой-то частью политики, так сказать, не всеми нами, конечно. Но из-за них не останавливают поезда, их не лишают гражданства, их выпускает самый наш справедливый независимый суд, некоррумпированный суд, например, под залог, или даже вообще не рассматривает их дела и так далее. Поэтому тут очень глобальная битва и сражение, которую или мы выиграем, или... Но вы сейчас, как думаете, вы еще не проиграли эту битву? Ну, пока мы живы, пока у нас две ноги и две руки, и пока есть сердце, кстати... Тот Саакашвили, у которого нет ни одного гражданства, сегодня спокойно сидит на CNN или Fox News и обсуждает мировую, в том числе американскую политику. Если бы можно Россию. Было вспять да. время повернуть, это удивительный вы бы по-другому что-то наверное, первый человек, который, не имея гражданства, сидит на CNN и его спрашивают, что вы думаете, там Россия, Америка, санкции, вот эти все отношения и тому подобное. Поэтому сражение и битва продолжается. Может быть, на каком-то этапе ты не можешь довести до конца, это очень неприятно. Мы не сумасшедшие, конечно, и не придурки, чтобы там получать удовольствие, когда тебя там дергают или вышвыряют из страны, или на тебя заводят фальшивые уголовные дела и таскают по судам и допросам. Но раз мы все приняли для себя решение, что мы ввязались в эту битву, которую мы обязательно победим, то надо доводить до конца. Если бы можно было сейчас переиграть, там, да. вернуться в прошлое, вы сделали бы все так же или что-то бы изменили, может быть? Я сегодня вспомнил Томаса Джефферсона, его известную фразу, который говорил, что когда беспредел и незаконие принимают форму закона, тогда сопротивление становится общественным долгом. Mm-hmm. И все, я больше не могу ничего добавить. Всі, кому не подобалася думка Михайла Ніколозовича, отримували ярлик. Служиш бариган, ти сам барига.
Мені не подобалося, що він спілкувався з Кауфманом, смотрящим від Януковича. Мені не подобалося, що приміщення, де адміністрація була в здании Діамантбанку. Ви бачили їх, розмовляли, коли вони вместе? Що? Ви так упорно утверджуєте, що вони розмовляли. Ви бачили їх вместе, коли вони розмовляли? Я бачив, де був офіс Михайла Ніколозовича. І що? Приміщення Діамантбанку. Я теж там був, і на Кауфмана не знайшли. Зроблено ремонт, а з приходом пана Саакашвілі, японський посол теж із-за Кауфмана, там посольство японське. Я говорю, лише зараз називаю цифри. Можна я відповім, будь ласка? Так, будь ласка. Да. В першу чергу, починаю з того, що я думаю, що вам, як учаснику АТО, більше треба задавати питання своїм руководителям або президенту, які, к сожалению, цих парней, які служили в АТО, давали злочинний наказ тогда і унижали цих ребят. Тогда, когда медведчуки спокойно разъезжают по всей стране, Трухановы и все остальные, и когда 4-5 человек диверсантов взорвали в 800 метрах в центре Киева, этих ребят не надо направлять, чтобы не пускать одного единственного человека в страну, который имеет право зайти, защититься хотя бы в суде. Мне очень сумно, что вас не смущает вообще история, как же можно в современной стране, которая себя уважает, останавливать поезд, где не только Саакашвили, но сидит несколько тысяч человек, которых просто из-за Саакашвили не упускают в страну. Я понимаю, что вы с Народного фронта, да, вас раздражает, когда Саакашвили выступал против самого порядочного премьер-министра в истории Украины, великого реформатора Яценюка, который, слава богу, остался там же в истории, когда был рух за очищение. И тогда была такая очень интересная риторика со стороны власти, что, слушайте, но он же губернатор, чего он критикует нас на центральном уровне? Хай там он будет где-то в Одессе, как любой другой губернатор, и не высовывается. Это раз. Другое, мытный эксперимент. Кого-то вообще волновало, хоть одного губернатора или чиновника в стране, или премьер-министра Яценюка, волновал вопрос строительства дороги Рени? Кто-то вообще знал об этой дороге, за исключением тех, которые ездили по этой дороге. Так что, когда вы упомянули нуль, давайте вместе проедемся по Одессе-Рени. Это та дорога, которая разрублена благодаря мытному эксперименту, который потом ваш президент Петр Алексеевич открыл дважды, кстати. Ту дорогу, которую Саакашвили строил. Это было уже потом. Нет, это было тогда. Эта дорога есть, мы вас приглашаем, в моей машине можем прокатиться по этой дороге и спросим, и остановим людей. Найдите мне хоть одного бизнесмена, который скажет, что его протяжении нескольких полтора года, наверное. Я там 5 месяцев всего лишь работал. Меня уволили, кстати, когда вы говорите, что карт-бланш дали нам там, типа там. Как только я коснулся Одесского припортового завода, как только я коснулся клана Авакова, Яценюка и Турчинова, когда они вместе с... Они уже украли второй раз, один раз ворованную нефть Курченко, во второй раз меня уволили оттуда, кстати. Ну, Давид, есть мнение, что вы подыграли. Я просто не могу сейчас. Это для меня очень больная тема, и я хочу, чтобы люди знали правду. Назовите мне хоть одного бизнесмена, который скажет, что на таможне, в истории таможен вообще, в существовании Украины, с них брали взятку во время нашей работы. Хоть один бизнесмен, если скажет, что он заплатил взятку кому-то на таможне, или прокуратура, когда я ей керовал, хотя бы одним обыском незаконным зашла или тягала какой-то бизнес, я готов извиниться публично и сказать, что у нас там не получилось. Назовите хотя бы одного главу МВД в Украине, который не учелывал тогда трафик наркотиков, обнал и игровые автоматы Авакова, которые по всей стране. Есть такой глава УВД в Украине? Покажите мне такого живого человека. Такой был в Одессе. Такая Марушевская была в Одессе, которая не брала взяток. Такой губернатор был, который не брал взяток. И сколько вы не говорили про Кауфмана, я его глаза не видел. И тот факт, что я вместе с японским послом работал в одном помещении, не означает, что нам Кауфман снимал помещение. Мне, японскому послу, японскому посольству, где я учился, я очень уважаю эту страну. Еще хочу сказать. Очень коротко, но существенно. Невозможно, давайте не вводить в заблуждение людей, невозможно кристаллизовать только одну часть озера, если все вокруг прогнившее. Невозможно, потому что как только ты закрываешь таможенный коррупционный поток в Одессе, вы знаете, что происходило? Насыров и его друзья, которыми он конкурировал тогда, тот самый Насыров, который сегодня свободно гуляет по стране, который скоро кандидатом президента даже будет, к сожалению, да? Звонили, говорили, ребята, вам там закрыли контрабандистам, давайте в Днепр к нам в таможню, давайте в Киевскую область в таможню, давайте мы вместе будем работать, даже дисконты им предлагали какие-то. И вот такая ситуация, потому что все было гнилое, потому что я был единственным областным прокурором Одесской области, который хотел посадить Труханова. И Петр Алексеевич Порошенко с его друзьями мне заблокировали все доступы к судам в протяжении одного месяца, это факт. Я не мог зайти ни с тем часовым доступом и не мог добиться ни одной ухвалы суда, что просто сверить фальсификацию выборов.
И кого мы сегодня получили? Ватного мэра с российским паспортом. Вот реальность, и вот ваш карт-бланш. Я пам'ятаю ті моменти в Одеській обласній адміністрації, коли фактично не було практично жодної посадової особи на місці. Просто нікого не можна. От просто в обласні нікого не можна було знайти, бо всі були зайняті якимись іншими справами, крім виконання своєї поточної роботи. Я забув сказати, що це був єдиний случай, коли через конкурс набрали адміністрацію і всіх руководителей РДА. Люди не знали, що робити. По всій Україні, коли молодих ребят, абсолютно неопитних, але чесних, і не було ні одного случая, чому їх не словили на взятки, наприклад, не було ні одного случая, щоб вони где-то отдали осечку, где-то там не так поступили і повели. Що случилось, їх просто оттуда вижили. Просто я хочу одно добавить, от з добровольцями і з воєнними поступають по-скотськи просто. Одних пускають на Кракове з тітушками в місті, кстати. Когда ребята там, к которым я с уважением отношусь, пограничники там стояли, за ними стояла тетушня. И есть кадры, если не с вами поинтересуется, я целый день, 8 сентября, стримил тетушню со всей Украины. Собрали, там было 10 автобусов накачанных ребят, которых вот так вот возят по всей стране. И кто сегодня... У нас удивительная ситуация. 4 года прошло в стране, и в стране нет ни одного обвинительного приговора против хотя бы одного коррупционера средней ланги. Я не говорю про министров, заместителей. Ни одного приговора нет. Если есть, назовите. Кто сидит в тюрьмах сегодня? Кого судят? Добровольцы, бедные люди, которые не имеют ни гроша, и люди, которые могут... И Надежда просто... Савченко еще сейчас в СИЗО. Реформа ее назвать не стоит. Нам надо, в принципе, всех их разогнать и оставить это 10% этих судей, которые там есть. И реформу, так, настоящую реформу придется запустить после. Потому что у нас сегодня 6 тысяч судей в Украине, которые не то что 8. Не понимаем, чем... Уже 8? 8. Было 9, сейчас чуть меньше. 8 тысяч, да? 8 тысяч людей, которые могут вершить, так сказать, судьбу людей, которые не то, что мы не знаем, чем они занимаются, но еще и приносят ущерб и вред людям. Это зрозуміло, что нас чекает дефолт. И тут треба говорить честно. Теперь с приводу позиции МВФ. Просто премьер-министр заявил, что нас загнали в такие долги, которые нереальные. Мы должны... Вот что значит загнали, кто загнал? Загнали. Я еще раз поясню. У меня вопрос появился, возник. Премьер-министр же не просто комментатор, да? Это премьер-министр, который должен сказать, кто загнал в Украину такую... Он про это говорил, и это было, да, звучало и в парламенте в том числе. Я только что рассказывал, что основной навантаж, который мы сегодня несем, это борги, которые получили раньше. В том числе, сегодня 10 лет закончилось, вернее, по обслуживанию боргов 2008 года премьерства Юлии Володимировны. Вот и все. То есть я называю вместо него, если... Юлия Владимировна виновата. Что я не тільки говорю за Юрія Володимира, я говорю про те, що всі уряди брали запозичення і не вкладаючи в модернізацію економіки, проїдали, це були запозичення проїдання. Все, сьогодні ми розхльобуємо, і держава вигрібає, як би там не було. А тепер поляки приводу... чому не проїдали, а наші чому проїдають? От возникає вопрос. Їм вже дали деньги, чому вони не проїли? Знову вернуся на попереднє те, що я вже сказав, якщо ви будете слухати уважно і не перебиватимете, то почуєте, що поляки не отримали постсовкове наслідство, вони отримали 200 мільярдів, і вони не залишилися з війною. В них трошки були інші стартові позиції для реформ. Чому не сажали ці 220 мільярдів? В них були інші стартові позиції для реформ. В 91-му році, ви знаєте, я ще тоді не був при владі, мені зараз сказати, чому нам не дали 200 мільярдів тоді, коли Кравчук оголосив про незалежність. Ігор, зараз, от останнє, на прошлой неділі вкладалось під 9%, 800 мільйонів почти взяли кредит. Кабальні умови. Кабальні умови, тому що... Економісти говорять, що потрібно діло відкривати. Ще раз, почекайте, я багато не буду говорити, просто один вопрос. Якщо ви задали запитання, або вас не цікавить відповідь, тоді я поможу. Ні, я просто останній вопрос задам з вашого дозволення. Тільки що було питання про 9%. Якщо в нас в державі немає співпраці з МВФ і немає довіри зовнішніх партнерів, то нам під маленький процент ніхто не дасть. Якщо зараз відкривається це питання, тобто іде, налагоджується по-новому співпраця з МВФ і йдуть транші, тоді і зовнішні запозичення дешевшають. От і все. Тут не треба нічого думати. Коли в державі є ризики дефолту, то і проценти, під які позичують, набагато вищі. Тут елементарна економіка. Діана, риторичний вопрос. Даже якщо на нас завтра свалиться 200 мільярдів свободних денег із всяких зобов'язань, хто-то в цій студії сьогодні стоїть, який дасть гарантії, що їх просто не украдуть. Те чиновники, по которым нет ни одного обвинительного приговора за последние 4 года. Есть такая гарантия? Вот назовите мне одну систему, институт, который вот это все удержит. Ще раз наголошую, ви тільки що сказали, що хтось може тут дати гарантію, що не розкрадуть. Да. Ви знаєте, той, кому ці гроші дадуть, має бути... От ви ж представите власті, от я з МВФ, та от я вам говорю, я вам дам там завтра 20 мільярдів, а ви впевнені, що їх не украдуть у вас?
Что вы ответите? Если будет нормальный контроль, то уверен. Нет, что значит нормальный контроль? У вас все есть. У вас есть генеральный прокурор Луценко. У вас есть ДВР. Генерального прокурора у вас есть министр финансов. Ну, самолетите, уволили через год работы. Я готов хоть завтра сажать, кого хотите, если вы дадите мне возможность. А кого вы посадили за 5 месяцев, будучи заступником генерального прокурора? Я отвечу с удовольствием, кого я посадил и собирался посадить еще. Я отдельную передачу хотите посвятим этой. Сейчас говорим про экономику. Что делать? Если вы не даете гарантии любой международной организации, что те деньги, которые мы получаем, не будут воровать, да? О чем вообще разговор? Нет доверия, значит, да? Я думаю, что мы как-то раздражаем сейчас нашего телезрителя. Потому почему? Что... Нет. Потому что давайте, я смотрел последний, вот, последний ваш синхрон будет... Ну, я честно скажу, что ну, расходы бывают разные. Это смотря, как ты живешь на широкую руку или нет, да, где-то. Ну, они бывают разные. Ну, в один месяц может там ну, да, за 30 перекатить, а в другой за 15 и разное. Но я видел женщину, которая была отчаянная. Женщина, которая сказала, что, ну да, она... Такой был отчаянный смех у нее, что вот там мы содержим олигархов. И она как будто вот и не знает уже, я не сомневаюсь, как из этой ситуации выйти. Потому что это была женщина, которая ничто не видит в будущем. Как это все предотвратить? Поэтому ну, сейчас раздражать, что я плачу, трачу меньше, больше. Да, я трачу больше, чем другой пенсионер. А не раздражать, Давид, пускай люди увидят и я не понимаю, я честно вам скажу, я не понимаю, как пенсионер выживает в Украине. Я не понимаю, как они живут, еще и на питание как тратят и так далее. Это катастрофическая ситуация. Особенно, если проедешь по Конча-Заспе, где найти деньги, пожалуйста, Конча-Заспе похоронена фактически где-то ФВП Украины на 20 лет последние, наверное, я бы сказал бы. И на этом фоне мы сегодня вот сидим и издеваемся над людьми, сколько мы тратим, а мы проживем, не проживем. Ну, надо быстро выходить из этой ситуации, потому что люди будут умирать с голода рано или поздно. Мы живем в самой нищей стране Европы, где теневая экономика зашкаливает. Потому что покупательная способность, она намного выше, чем официальное ВВП на душу населения. Это значит, в тени в экономике остается очень много денег. Вот вам и деньги для АМФ и всех остальных. Только они должны утекать в иностранные виллы, в офшоры и недвижимость, которая обычно там и хоронится. Да. Украинские деньги и будущее этой страны. Спасибо нашим гостям. Напомню, что экс-заместитель генерального прокурора Давид Саквариллидзе. Спасибо вам. Представитель партии «Руха новых сил». Представитель партии «Руха новых сил». Да, был в нашей студии Юрий Павленко, народный депутат от оппозиционного блока. Также Игорь Лапин, народный депутат от Народного фронта. Олег Осуховский, народный депутат Всеукраинского объединения «Свобода». Еще раз спасибо вам большое за интересную дискуссию. Напомню, всегда с вами в 19:15 по вторникам. Специальный проект «Наш большой вторник».